Доброго времени суток, друзья! Вы наверняка искали способы излечения сахарного диабета на YouTube. И зайдя на этот видеоролик, вы хотели за 3 минуты излечить сахарный диабет. Сегодня я хотел бы развеять заблуждение многих людей, а именно излечение сахарного диабета. Для начала я хочу поговорить о самом слове «излечение». За этим громким словом люди понимают, что можно целиком и полностью избавиться от этого заболевания. Конечно, я мечтаю, чтобы так оно и было, но мировая практика показывает обратное. Диабет на сегодняшний день неизлечим. Нельзя вернуться к старой жизни и есть, что захочешь и сколько захочешь, не уделять время физической нагрузке и при этом держать уровень сахара в крови не более 7-8 ммоль на литр. Тем более еще и отказаться от приема сахароснижающих препаратов. Давайте мы глубже разберемся в этом вопросе. Во-первых, необходимо понимать природу самого диабета. Диабет может возникнуть вследствие многих причин. Наиболее распространенные – это наследственность, нарушение обмена веществ, перенесенные стрессовые ситуации. Эти причины способствуют ухудшению работы поджелудочной железы и качеству вырабатываемого инсулина. К сожалению, этот процесс практически необратим. Во-вторых, непосредственно о так называемом излечении. Нельзя воскресить то, что уже мертво. Можно улучшить то, что плохо работает. Можно пробудить то, что спит. Можно остановить развитие осложнений. Но никак не воскресить мертвые клетки поджелудочной железы. В-третьих, нужно понимать, что необходимо кардинально изменить свой образ жизни и отношение к своему телу и сахарному диабету в целом. Нужно принять болезнь как данное, потому что уже давно всем известный факт, что сахарный диабет – это не болезнь, это образ жизни. Наша школа не занимается излечением от диабета. Мы учим вас, дорогие друзья, образу жизни при сахарном диабете. Мы занимаемся компенсированием сахарного диабета. Вы думали, что посмотрев 2-3 видеоролика, лежа на диване, можно излечить диабет? Друзья, даже употребив 20 грамм корицы с чесноком, содой и перекисью, вы не излечите его. Не надо обманывать себя. Нужно просто встать с дивана и начать действовать. Потому что сахарный диабет, я повторяю, это образ жизни. Я желаю вам найти понимание о том, как комфортно для вас компенсировать сахарный диабет. С вами был Дмитрий. Берегите свое здоровье. До скорых встреч!